Доброго всего времени суток. С вами Тексер. Правда, мы продолжаем играть в SnowRunner. Ну и поедем спасать это счастье. Так. Это с прицепом. Азов. Вперед, Азов. Тоже топливо не вагон, на самом деле. Ну ладно. Ой. Почему всегда первый раз, когда в кабину пересаживаюсь, оно тормозит, а? Тайна. Я не сошел с ума, там просто мозг развалившийся. Который не чинится. Поэтому мы едем тут. Поэтому мы где-то будем пересекать, скорее всего, этот лед. Вон, зараза, упавший мост. Так, и вперед. Но, проехали. Там тягач стоит. Пока тягач не очень нужен. Ну-ка, фары включу. Смеркалось. Пора время перематывать. Как видите, Азову все пофигу. Летит. Я боюсь, что топлива не хватит. Это будет печально. Вот тогда точно туда придется тащить заправщик. Котяру, я думаю. Блин, а котяра, по-моему, на другой карте уже. А, нет. Там GM-чик. А котяра где-то здесь. Дать я просто время перемотаю. И все. Нафиг эти фонари, пары там. Так, ну, вперед мой вездеход. Странно, что пушки стоят. Ой. И столбы стоят, да? Просто в таких местах обычно не оставляют орудия. Потому что такая хреновина, даже со снятым замком. Там, ну, мало ли кому что в голову придет. Это все-таки серьезная штука, с ней можно дело наворотить при желании. Поэтому вот на заброшенных всяких капонерах был. Везде все демонтировано. Ну, я имею в виду старые. Времен Великой Отечественной. Новый, черт его знает. Может, так и бросаю. Ты его знаешь, что там по разруке творится. Так, они сюда ли меня? А, все включено. Ну, в смысле, оно не выключается. Вот каждый раз меня удивляет, грузовик ездит лучше, чем скаут. Почему? Давай на малый. Грузовик. Огромный, тяжелый, хреновина. Блин, он лучше скаута ездит. Но почему? Ну, даже не брать вот этот четырехосный, там даже трехосный. Лучше. Ну, колеса больше, да? Ну, они так. Не в разы же они больше.
добавим. Кстати, очень хотел посмотреть. А, тут по картам нет разбития, да? Тут ничего нету. А, вот тут есть. Нет, заполненные. Ну, по идее, на Ковдозере, да, ничего нету. Все на Эмандре. Непонятно. Новые задания появились. Я их не юзал, да? Ну, тут вот. Таймери все поюзал. Ладно. Пониженная, ну ладно. Это у меня когда нажимаю на макрос отключение микрофона. Вот в этой игре такая штука бывает. А я каждый раз забываю, где она хранится. Ну, типа, слазить там, посмотреть, а где она как? Все закончил. Хотя они добавляют задания. Я это уже дело смотрел, потому что на картах, где у меня было 100%, сейчас 97-96%. Разрабы с патчами добавляют на старые карты задания, но я что возвращаться не буду. Я... Во, нижняя шпонка, да. Я чужд перфекционизму, поэтому хрен бы с ними. Но маячки я выключу. Так, с приехалом, да? Эти вот корявые столы, вот особенно вот этот, к которому я еду. Который продолжается где-то под снегом. Из-за этого хрен переедешь. Вот он. Так, а там крышей можно задеть, тоже хорошо. Прям мило так. Че я переключился? Наоборот, надо вот так. Оп! Ну, кузов, как всегда, угол кузова, дерево. Они созданы друг для друга. Так. Здравствуй, жопа, Новый год. Мы тебя потащим. Или заправим. Не, потащим. Или его заправлять-то. Так. А ты такой? Понижайку. Он хорошее место занял, да? Где подниматься можно. Зараза. Ну только прокинься. Блин, а он может заходить и прокинуться. Он может. Синий снег. Синий снег, блин. Ну, ползет, ползет. Ну, хреново. Давай, через синий снег на лебедке самое то пробираться. Хотя нет. Ну что мне, сволочь, заправлять что ли? Самому вниз сваливаться. Придется. Заправить. Яр. 27 литров. Хватит ему? Ну, легковушка вроде должно хватить. Ну, пересяду тогда. Заводись. Синий снег в пень. Всегда включен, отлично. А, теперь на газ надо, а не назад. Тоже синий снег. Тут плешь этого синего снега. Она прям вот штука окружает со всех сторон. С машины такого вообще смотрите, как там краски налили. Я даже искал по интернету, что это такое. Я не нашел.
Вот прям вот аномалия какая-то. Вот синий снег вот этот вот местами встречается. В чем смысл, я не понял. Ну, мне кажется, смысл, да. Места, где не надо ездить, что ли, помечены на карте. Так вы не рисуете карту. Ну, не помечены, так что. Только, может, эту часть карты вообще просто это там камнями огородите, еще чего-то. Ну, просто хрень какая-то несусветная. Он совершенно непролазный. Вот, видите, я с него съехал, все, я поехал. Тут грязь, но это пофигу. Тут нет синего снега. А тут, похоже, есть. Там вообще грузовик просто встрял. Тут, кстати, тоже вроде, смотрите, грязи немного, да? А буксует по-черному. Тут тоже может быть такая синеснежная зона, просто грязь ее разбавляет. Короче, вот эта деревня, жопа мира, не ездите здесь, это хреновое место. Объезжайте по реке. Она не зря вымерла. Смотрите, вообще. Все. Сейчас мы елочки подергиваем. Ого, елочки крепкие. Давай. Ну ладно тебе, ладно, ладно, я вот так, а, вот, вот так, да. Кормовой тросик его сломал все-таки. О, как хорошо, давай, 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 давай. А? Не, не туда, не надо, тут, тут застревай. Столб неюзабельный. Я же говорю, тут одни аномалии. Столбы неюзабельные. Блин, 6 литров уже извел. Вылезет уже отсюда хоть куда-нибудь. Ну. Так, прямой. Но снег, видит. Цвет снега. Темненький. По-моему, за этим столбом начинается нормальный снег. А еще тут можно провалиться в эти ямы и кувырнуться нафиг. Я тут грузовик что-то какой-то вез, я не помню. Что-то у меня тут ехало и вот так вот кувырнулся. Продолжаем пыхтеть. Жуткое место. Вот прям жуткое место, смотрите, вот тут застревать. Да, это синий снег. Ай. Мне сейчас тут грузовик вытаскивать. Он тоже будет вот так же крутить. А все елочки я сейчас поудергиваю. О, столб, наконец-то. Вот столб наш, все. Давай, снег, ну уже кончись. Ну уже все, уже мелко тут. Блин, смотри, какой он темный. Все, кончился, вроде кончился. Ну давай, автомат. Хрен там. Аномально хреновое место. Ну, там дорогу, там уже точно все. Блин, 16 литров. Ну ладно, грузовик выйдет, догонит. Если выйдет. Капец. Во, заехал. Все. Счастье. И главное, машины-то у меня хорошие. Не должны застревать, но вот... В той жопе мира застревают. Не, ну, серию «Жопа мира» не буду называть, конечно. Но знайте, это ее второе название. Так, 13, тут я доеду, мне кажется. Я уже могу полный привод отключить. Тут шоссе. Ну тут колеса не побить. Основное. Потому что этот отбойник, он очень любит колеса. То есть, задел, все, колесо прощает. Ну все, туннель.
Доехали. А, нет, там еще, да, этих. До грузовиков. Надо доехать. Фу, пипец. Две серии назад я собрался скаутом сделать миссию на Эмандре. Это так, если что. Куда и зачем мы едем две серии? Мы едем на Эмандру делать миссию. Две серии. Жалко. Так. Ну что, тут то же самое. А вот на этой типа хорошей дороге синие снега. Да? Или она просто такая хорошая? Вот не помню, честно сказать. Но тут вот так все крутится. Нет, ну мы хотя бы одну-то миссию не сделаем. Сколько можно ехать, да? Так, а теперь через В. Туда. Девять литров, я до джемчика должен доехать. Ну все, вроде нормально поперло. Самое хреново. Не, они черные, да. Тоже темный снег. Все, нормально. Сейчас заправка. Так, так. И смотрим миссию. Грузовик тут есть, техничка есть. Заправка есть, чуть-чуть надо. Есть даже броневик, который черт где стоит. Так, маячки. Заправить. Вот это я заправил. Это я молодец. Ну, теперь хорошо. Ну, то вылил все топливо из бака. Так, спорим миссию. Какой ковбалу в горах? Грязная дельца. Чё-то новенькое. Не-не-не. Фото на память, я прав? Ты что тут делаешь? Ага, форт застрял, я вспомнил. Давайте, форт вытащим. Так, а как к нему лучше-то? Как к нему лучше через здесь? А следить вот за этим. Так, время. Погнали. Сейчас мы этот фордешник спасем несчастный. Айди сюда. Я бы сказал, он даже где-то недалеко лежит. Вы издеваетесь? Там прям как липучка разложена, да? Он здесь едет быстрее, чем там по этой дорожке. Где снега, ну примерно вот на толщину шины. Ну не шины, резины. Пипец. Смотри, сейчас опять буксует, да? Чё-то, блин, со снегами переборщили с их непроходимостью. Но не могут они настолько непроходимыми быть. Так. Мне нужно туда добраться. Как-то. А, ну в принципе это не проваливается, он легкий. Наверное. Проваливается. Он проваливается, елки. Слушайте, это вообще беда какая-то, смотрите. У него часть колес не крутится, что это такое?
Тут все пошло, да? Нормально. Ну, может, вот так переберемся, просто нужно вот так вот сделать. Что, смотрите, у него правые колеса не проваливаются, а левые проваливаются. А у правых проваливаются. Это на самом деле хреново. Ну ладно, он хотя бы идет. В отличие от фордежника, он идет. До берега доедем. И тоже сядем нахрен. Давай-давай, выбирайся. Тот тоже как раз на выходе сел. На, в бразу профигачен. Обалдеть. Так, все, лед кончился. Ну давай, 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 давай. Нет, тут подвиг его решил повторить. Ну тут такой выезд, наверное, да? Грязючный. Ну норм. Уже вмерз в лед, смотрите. Надежда утрачена. Все снегом занесено. Блин, ну посмотрите, как он буксует. На это смотреть страшно. Чего? Это что будет за хруст льда? А что я с борта так вот спанул? Вы посмотрите, он вообще не едет. У меня только один вопрос, как он вытягивать будет. Как он будет этот форт вытягивать? Если он сейчас на полном приводе не едет вообще. Мне страшно подумать, что разрабы сотворили с физикой. А, на цвет снега смотрите. Ну, в общем, все понятно, да? Что тут происходит? Почему тут происходит? Что с этим надо делать? Уезжать надо отсюда нахрен. Вот как я только не знаю, потому что... Что, блин, вот там вот все проваливается. Слушайте, я тогда не буду его наверх вытаскивать. Это бредовая идея. Я тут жить сам останусь, если буду наверх вытаскивать. Его надо туда тащить. Прям вот реально туда тащить. Синие снега, это просто задница. Давай-давай, уезжай отсюда нафиг. Хоть как-то, давай, на понижайке. Тут самое главное, тут прицепляться не к чему. Тут только вот к этой машине цепляться. А она что, меня пытается вытащить, что ли? Смотрите, он пытается меня вытащить. Причем у него полный привод вырублен нафиг. Он тут на заднем приводе пытается меня вытащить куда-то. Машина, окстись. Так не делают. На что я тогда вот сейчас налет? Блин, посмотрите, что тут творится. Чернил налили просто. Это пипец. С этим бороться не могу. Сюда просто не надо заезжать. Вот эти синие снега, это все. Это катастрофа. Я сейчас доползу до льдов. Уж лучше лед, чем это. И со льда уже буду дергать. Смотрите, он мигает, у него мотор заведен. Давай, давай, хоть как-то. Ну? Ну проедь ты по этому камню, черт возьми. Ты сейчас я руль вправо крутану, он на камень заедет? Опа! Черта с два, ну ладно. Все блокировки включены. Три моста ведущих. Он еле уходит. Нет, на этот берег вообще ездить нельзя. Блин, посмотрите, не получается, да? Сейчас получится. Да, блин, зацепись ты. Вот так вот. Вырвался на простор. Так. Теперь надо штуку грамотно дернуть. Давай вот так, дерну.
Давай, 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 давай. Нет, через камень я его не дерну. Или дерну. Не, черт, телет был уже не дернешь. Так, с другой стороны, я не проваливаюсь, все хорошо. Может, тогда вот так вот. И туда. Передом его. Все, проваливаюсь все-таки. Я вроде не проваливаюсь. Давай туда, вперед. Он как-то странно сейчас трогается у меня таким, таким запозданием. Ладно, потащили. Эй. Он не едет, слушайте. Открываемся. Просто с таким запозданием машина трогается. Так. Давай еще раз. Так. Ну хоть развернул. Может, утащу. Ледокол, блин. Давай-давай, тащи его. Все, лебедку рублю еще. Я боюсь, меня сдернет нафиг. Нет, ну, синие снега в какой-то степени этот форт реабилитируют, конечно. Что они там на берегу. Но! Но мне его говорили, что он вездеход. Кстати, он опять передние колеса не включил. Кто может это объяснить, почему он только с задним мостом гребет, блин. Смотри, какой водоем тут устроил. Ну чё? Так, стоим бы. То не достану еще. А я не достану, кстати. Тут достану. А я лебедку отцепил. Блин, чё творю? Хотел этот отключить. Ручной тормоз хотел отключить. Но вот вместо этого лебедку отключил. Давай, давай, ледокол, плыви. Вот тут уже лед должен кончиться. Ты хоть, надеюсь, колеса крутишь одновременно с моим. Ну что вот это такое? Это, блин, вездеходный форт у нас или фигня какая-то? Давай, давай, давай еще. Молодец, вылез, орел. Поехали отсюда. Все, я его спас. Мы профигачили глубочайшую полынью. Давай, лебедка, тащи его. Да неужто? Все, пошли отсюда. Погнали. Не тратим время. Так. Куда мне надо? Стоям бы. Мне надо. Сюда, сюда, сюда. Понятно, что миссию у меня в этой серии не получится сделать. Но хотя бы пепела спасти. Ну, я, собственно, спас.
Просто я сейчас разом везу две машины, это удобно. Так, чё, блин, у меня топлива нет. Охренеть. Я хотел на миссию, но я все потратил. Целый бак на спасение этого пепелаца. Ну что, тут тоже синий снег, да? Блин, почему мне кажется, что если я сяду за руль, он лучше поедет, а? Но у него же выключен полный привод сейчас, согласитесь. Ну, больше всего на это похоже, что полный привод вырублен. Все только задними крутит. То обсадили водителя идиота, видимо. Но здесь типа дорога. Ну как будто. Я сюда я выбираюсь. И там должно быть, ну, как-то получше под колесами, мне кажется. О, пошел. Я же говорю, типа дорога. Можно же это сейчас сзади, который тоже пойдет нормально. Блин, ну он не полноприводный сейчас. У него передние колеса вообще не крутятся. Сейчас что-нибудь пузом по снегу, да? Выруливаем правее. Или вот этот левее дорога. Черт, хрен поймешь. Так, 35 литров осталось, ладно. Ой, это зараза, вон цистерны есть. Собственно. Ну да, дорога вот она так вот. Куда отсюда изгибается? Вот тут вот, наверное, вот. Вот идет. Я, наверное, на нее как раз выезжаю. Хотя нет, скорее всего, вот эта вот дуга вот. А черт его знает. Не, ну дуга вот больше похожа. Вот это вот, как бы насыпь. Вот. Это, наверное, дорога. Блин, как он тащится туда. Ну, по реке бы я не доехал. Так, все нормально. Я лучший вариант выбрал ехать. Так, сейчас время прощелкаю. Ну, снега вроде не синий. Вроде синий. Черт кто знает. Карта синих снегов, блин. Так. Выкручивай, выкручивай. А, не пройдет. А, я так понимаю, мне эту ушку потом чинить, нет? Вряд ли. Так. Понижечка. И продолжаем пыхтеть. 30 литров, кстати. Пипец. Там забор. Нет, я сквозь забор пролезу. Что вы думаете? Я тут через все проломлюсь. Мне уже надоело в этих сугробах сидеть. Так, а вот я по дороге еду или нет? По дороге. Кстати, она левее прошла. Ну ладно. То есть она вот... Ну где-то она... Вышка. Над камнем, под камнем, не знаю. В общем, мы на дороге. Все хорошо. Пилим. А дорога ведет к забору, да? Круто. Ну, я дальше я его, надеюсь, проломлю. А как я сюда приезжал вездеходом-то? Откуда-то слева, вот оттуда, что ли? Не по берегу. Видимо. Пом. Секцию вынес. Полный привод в пень. А в том случае не заправка. Случаев, наверное, нет. От цистерны не заправишься. Вот на заправку похоже, но что-то сомнительно.
Мне кажется, гнать мне сюда заправщик. Ну и будет у меня тут база. Нет, база сбоку как-то картами. Не очень, по-моему. Нет, тут заправки нет. Так, ну что тут скажешь? Тут только если пересядешь. И посмотришь. Фарт. Фордешник. Ну, форт у нас. Ну, давайте попытаемся. У него, по крайней мере, полная заправка. Я же понимаю, что я могу перелить в яр. Так, где у нас миссия-то? Вон она, да. Вот на память. Так я ее уже взял. Ну-ка, сувенир на память. А, сувенир на память. Все. Старый корабль. Все, взял. Ну что ж, господа. Я надеялся, что в этой серии мы миссию сделаем, но... Не похоже. А самое главное, сюда нужно заправщик тащить. А что еще более главное, вот этот заправщик вот туда не доедет. Он хороший заправщик, но он туда не доедет. Он такой на входе будет стоять. То есть мне надо тащить что-то с той карты, заправлять что-то серьезное. И, как видите, дорога тут вот только так идет. Ну и вот туда еще. То есть больше никак не проехать. Вот это непересекаемое. Поэтому, да, все равно вот вокруг надо тропу налаживать. Тут вот зона неходибельности, синие снега, а вот где-то здесь как-то вот надо вот. Ну что ж, на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. До новых встреч.